Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Наконец-то я нашел время застримить. У меня уже поздняя ночь, но это мне не помешает. Как я уже говорил ранее, подготавливаюсь я к International и будем набираться опыта. Буду комментировать разные игры, в том числе данную игру. Играть будут, грубо говоря, ноунеймы, но все равно нужно набираться опыта. У нас сегодня играет Spirit против Na'Vi CS. Когда я вот увидел Na'Vi CS, да, Казахстан, по идее, мне заинтересовала данная команда. Очень быстро пикают, невероятно быстро. Давайте быстренько пробежимся. Spirit забанили Тинкера, Андаинга, Тайда и Скаймага. Пикнули они Вич Доктора, Венгу, Квапу и Магнуса. Na'Vi CS, ну просто будем говорить Na'Vi, забанили Вайпера, Дестра, Никса и Сларка. При этом они пикнули Леона, Shadow Demon, Инвокера. Ну что ж, посмотрим, все-таки команда популярная Na'Vi. Как я заметил, да, уже появляются разные подразделения, грубо говоря. То есть Na'Vi CS, потом Na'Vi США есть, да, по-моему, US и так далее. Вот именно почему-то Na'Vi. То есть VP, Empire, такого нету. Ну, наверное, потому что очень популярная команда. Очень популярная. Так, сейчас, секундочку. Вот так вот. Потихонечку, как я уже говорил ранее, подготавливаюсь к International. Очень много для этого нужно еще сделать. Там настроить все, кучу плагинов понаставить. Сколько я на это время потратил, вы не представляете. Сейчас я сделал так удобно. Вот у меня сейчас открытая игра, да, вот вы ее видите сейчас, экран. При этом у меня слева находится чат с Твича, но вы его не видите. То есть это очень удобно, но тоже потратил много времени на это. Во-первых. Во-вторых, сейчас, по идее, будут записываться игры, постараюсь потом заливать все на YouTube. Ну, вот пикнули они Beastmaster Na'Vi. Великолепный саппорт, который пробивает БКБ. Сейчас игру смотрят 68 человек. Мы смотрим сейчас бесплатный чемпионат. Потому что платный стоит по 600 рублей. Да я просто в рот им срал, я не буду столько тратить денег. В данный момент. Но потом International будет бесплатен для меня, так я купил компендиум. Сразу скажу, что не важно, сколько сейчас меня смотрят на стриме. Так, вот что-то пишет в чате. Первые сообщения в моем новом крутом чате. Мне это предлагают подарить 50 аркан. Ну, если есть желание, могут дарить. Я был бы, конечно, рад. Везде написан мой Steam, то есть в группе ВК, на канале. Там можно кинуть офлайн обмен. И Spirit пикает Свена, банят Войда. Потом Na'Vi банят Джаггернаута. Еще раз говорю, самое главное, смотрите. Не просто смотрите и слушайте стрим, да, и мои видосы по стримам. Делайте замечания. То есть сейчас... Моя задача набраться опыта и учиться на своих ошибках. В первую очередь, самое главное, напоминаю вам, что я учил немецкий язык, у меня проблемы с английским. То есть, исправляйте меня, когда я неправильно говорю английские слова и когда я делаю неправильно ударение. Запишу я всего лишь одну игру и пойду спать, потому что у меня уже поздно и потом на работу идти. Ну что ж, ждем, что у нас пикнут Na'Vi. Na'Vi CS, казахи. Сейчас посмотрим, как они будут играть, нагибать. Что можно сказать про пик? Ну, Spirit, ну, великолепный герой, практически в каждой игре их пикают. Вич Доктор, очень популярный герой. Квапа тоже, очень часто пикают. Свен все чаще и чаще. Я удивляюсь, что нету вертолета. Потом Na'Vi пикнули Леона, стандартный саппорт. Вот Луна. Тоже стали часто пикать. А многие комментаторы говорят про ее минусы. Типа она тонкая, бла-бла-бла. Но все это полная чушь.
Нормальный герой. Если она нафармит, в лете будет тащить. Сейчас мы увидим, какой у нее будет щиток. Синий или золотой. Так, дайте мне сделать свободную камеру. Надо сейчас быстренько всему к этому привыкнуть. Какой у нее щит? Вообще нету щитка, что ли? А, так это же бомжиха, понятно все. Твоя попытка номер 5. Сейчас повторяю, что играют ноунеймы. Давайте быстренько глянем. Так, вот мне сейчас неудобно, что чат прямо находится на никнеймах. Надо будет немного чат, наверное, передвинуть. Ладно, давайте пока сыграем. Я не буду называть то, на ком играет. Здесь уже все видно. Тем более, опять же повторяю, что играет ноунеймой. Всем привет, кто пишет в чат. Я все читаю. Вот у нас есть в чате казах. Вот ты будешь смотреть, как играет Нави КС. КЗ. Первый раз вообще в жизни вижу эту команду. Первый раз. Посмотрим. Так, ну что ж. Стримлю я примерно третий раз в жизни. То есть надо набираться опыта. Еще раз говорю, пишите замечания по английскому языку. Так, сейчас, секундочку. Секундочку, секундочку, секундочку. Вот, все. Да, решил покомментить. Напоминаю, что готовлюсь к International. На International я буду постоянно стримить все, что можно. У меня там будет отпуск, я буду ночами не спать. Уже... А, ну опять же, не все знают, да не все читают ВКонтакте. Сейчас микрофон заказал за 10 тысяч рублей. То есть через неделю с половиной он должен прийти. Чисто профессиональный, самый топовый в мире микрофон. То есть все для вас, чтобы качество было лучше. Еще раз напомню вам, что я постараюсь данное видео залить ВКонтакте, чтобы потом другие могли посмотреть. То есть сейчас вот сколько смотрит стрим? Человек 6, наверное. При этом я даже никого не звал практически. То есть мне без разницы, хоть будет 2 человека смотреть, это не важно. В любом случае набираться опыт надо. Ну вот мы... Хотя бы видим ФБ. А многие комментаторы постоянно пропускают ФБ. Видим, что обоссали Бистмастера. Скорее всего, можно, потому что это ноунеймовский турнир, тем более он бесплатен. То есть билет даже не надо покупать. Вообще, открою секрет, что на многие турниры можно попасть. И еще, смотрите, сейчас, короче, пошла инфа, что на International 5 можно будет собирать свою тиму. То есть там будет такой отдельный турнир, да, на International, где обычные игроки собирают свои команды и пробуют там играть, побеждать, тоже будут получать призы. Такого никогда не было раньше. Так, бьют у нас Леона, все нормально, жив-здоров. Все-таки неудобно, я чат расположу, очень неудобно. Что не грузит? Все грузит прекрасно. Сейчас я гляну, подождите. Есть потери маленькие, потери кадров есть. Ну ладно, потом посмотрим. Вот, команда называется SOF, все-таки сокращенно ее написали. Сейчас, скорее всего, обоссут у нас Магнуса. Обоссы его, ну давай, плюха. Все, обоссали. Видите, мы говорим, говорим, и ни одного убийства не пропустили, ни одного. Так, ну я стоят на меду инвокер против КВПы. Я вот не знаю, может быть, все-таки зря я поставил чат. Я сейчас сижу и читаю на игру, меньше внимания обращаю, реально. Все-таки, наверное, зря. Ну, давайте сейчас игровая статистика. Короче, я ничего не вижу. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Говорят, голос торопится. Лёль. Так, сейчас, секундочку, кое-что сделаю. Быстренько, быстренько. Быстренько, кое-что нужно сделать мне. Жалко, что в игре я не могу нажать паузу. Так, сейчас, подождите, секундочку. Секундочку, подождите. Проблема у меня с чатом, ни хрена вообще не видно. У кого лагает, попробуйте перезагрузить. Не должно лагать.
Так, сейчас одну секундочку. Живу я в Хабаровске. У меня часовой пояс, плюс 7 с Москвой. Вот так будет лучше. Все, сейчас будет просто идеально. Мелкие технические неполадки. Напоминаю вам, что я сейчас впервые все это ставлю, все эти плагины и так далее. И вот проблема возникает. Все, идеально. Теперь я вижу игровую статистику более-менее. Не идеально, но вижу. Ну вот, общая ценность. На первом месте находится Свен. И самое главное, вижу никнеймы. Ну и вижу чат, то, что вы мне пишете прямо в игре. Так, ну что ж, смотрим. У нас в харде стоит Леон против Свена. Логика непонятна мне. Потом опять гнобят Магнуса. Против Магнуса стоят Дабла. Да, Дабла стоит. У нас на отводах Shadow Demon. И фармит у нас Луна. Потом Леон. Так, а кого-то не хватает. А, все. На харде у нас стоит все правильно. Бистмастер. Его, по-моему, один раз убивали, насколько я помню. Его два раза убивали Бистмастера. И Свен его убил два раза? Нет. Разные люди убивали Бистмастера. Короче, в харде стоит Бистмастер. На миду у нас стоит Инвокер. И Леон у нас роуминг. То есть он бегает по лайнам и пытается гангать. Сейчас посмотрим. Может быть, что-нибудь нам интересное покажет. Я, конечно, сомневаюсь в их уровне. Смотрит сейчас игру 107 человек, и именно саму игру очень мало, 107 человек всего лишь. Хотя такие более-менее про игры там по 5000 смотрят. Я даже скажу больше, там был турнир, короче, платный турнир, то есть надо покупать билет, там рублей 60 стоит, но это мало. Так там смотрели вообще 3 человека, вы прикиньте, почти все игры смотрели по 3-5 человек. Вот, все убийства видим, убили Венгу нашу. Магнус иду. Магнус иду. Ну что это такое? Ну, конечно, она просто не такие слова не пишут в чате. Ну что это такое? У нас какой-то общий чат. Так вот, что за бред? Ты организовываешь турнир, да? У тебя билеты покупают там 3 человека за 60 рублей. Никто его не смотрит. Ну это бред, это полный провал, я считаю. Тогда ты определись, лучше тогда сделать бесплатный турнир, чтобы больше людей смотрело и стримило, правильно? Хер его знает, короче. Паш, когда я покажу свое лицо, я уже говорил много раз, это будет на International. То есть мне нужно будет купить вебку, я не могу все купить в один день. И Квапа сдохла, просто сгнила. Значит, быстренько пробежимся по предметам. По предметам. Так, у Луны у нас есть Мидас. Кстати, мы недавно, я тоже стримил, да, и там зрители учили, как правильно ставить ударение. Мидас. Или Мидас. Я забыл. Так, сейчас, секундочку. Ха-ха-ха. О, Квапа. А, мне нужно вырубить чат. Сейчас, секундочку. Я даже сохранил все в файл. Нужно мне выучить наизусть все ударения, произношения. Мидас. Нет, не Мидас. 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 Так, вырубаем общий чат. Это вообще можно убрать. Ну, поехали. Потихонечку я привыкаю. Поехали. Так, у Луны Мидас. Правильно ставим ударение. У Бистмастера тапок, это хорошо. У Леона Транквилы. У Инвокера Базила. И ну Талисман. Потом у Shadow Demon у него ни хрена нету тапок. Магнус нас наглеет. Наглеет. Сейчас могут, кстати, могут убить Магнуса. Вот это вообще красиво у нас было. Вы видели, как ультанула Квапа. Просто великолепно. И убивает в итоге Луну и Леона. Отличная была волна от КВП. Кстати, вот, вы видели, да? Магнус отодвинул, она ультанула. Ну, это не сыгранность уже. Не сыгранность. Читаю, что пишут мне в чате. Так, вот это убили, кстати, пока я читал. А, Бисмастер, но у него 0-3. Недавно я стримил игру, там играли, по-моему, М5 против ПР. За М5 там играл Па, короче, он на харде нафидил 0-7. 0-7 нафидил вертолета вражеского мейн-керри, и в итоге вертолет выиграл всю игру автоматом. Просто у него уже БКБ там было очень быстрое. Кривая волна, это норма.
Как ты относишься к Марфу с Аганимом? Да не знаю, вообще посрать. Ко всем нормально отношусь. В любом случае, я уже говорил много раз, я за любые изменения в Доте. Мне все изменения всегда нравились. Это динамика. Хотя я бы не сказал, что вот добавили, сколько там, кучу аганимов, добавили 8 предметов, и что прям сильно все изменилось. Да нихрена вообще не изменилось. Как раньше все это осталось, то есть не появилось прям много новых связок. Не пикают Гулю практически вообще, не делают с ним связок. Аганим ему никто не собирает на просцене. Все нормально. Так, вот у нас Свена, есть у него ПТ, собирать, скорее всего, сейчас будет БКБ сразу. Потом у ВД есть тапок. Так, кого-то бьют, бьют. Не, все нормально. Пытались убить КВПУ, не убили. Пишет, что подтормаживает видео. Что, прям сильно подтормаживает, что ли? Прям сильно-сильно-сильно подтормаживает? Вот у тебя такой никнейм сложный, Мэдиар Диара. Скажи, у тебя подтормаживает видео тоже? Убили у нас Shadow Демона. Почти убили Квапу, но ее не убили. Скорее всего, сейчас убивает инвокера. Убили инвокера. Квапа осталась жива. Все хорошо. Могут, кстати, еще убить Леона. Нет, стана не будет. Хотя, смотрите, стан будет. Потерял вижен, все убивает. Нормально. Минус 3 в итоге. Но вот кто-то пишет, что не подтормаживает. Ну, видите. Хотя, конечно, надо, чтобы у всех хорошо работало. То есть, потом можно будет посмотреть, это, настроить что-нибудь. Так, у Магнуса нету даггера до сих пор. Первое место он занимает Свен. Великолепный герой. Кстати, его до этого очень часто пикали чисто в саппорт. Это был огромный минус. Вообще никогда не любил Свена в саппорта. Никогда. Ну, фиг его знает, но все равно не любил. А сейчас его чисто в кэри начали. Ну, стандартный кривой санстрайк, все убивает КВПУ. Тоже. Так, на просцене. Прошлые игры, там не помню название команд, там инвокер играл. Практически всегда косил санстрайком. Потом играл инвокер через ветра, да и сжигание маны. Практически всегда косил ветрами. То есть раз 4-5 подряд косил. То есть это нормальная ситуация. Ну вот. Сколько тебе лес? У меня леса рядом нету. Он, в принципе, далеко. Мне 26 лет. 26. Я еще в самом соку. Так вот, сейчас начали, короче, собирать Свена в кэрри. Я считаю, что это офигенная тема. Очень сильный герой. Была недавно игра, где, с одной стороны, был Свен кэррин. Просто нафармленный. Очень много предметов. С другой стороны, был... Фантом Лансер тоже нафармлен. То есть там был глубокий лейт, минута 60. И в итоге, короче, все-таки Фантом Лансер победил. Ну там они побеждали сами по себе, там команда была выигрышная. Но все равно, я думал, Свен все-таки сможет как-нибудь убить всех с помощью критов там. Мом у него был и так далее. Но не смог. Его потом Фантом просто разбирал очень быстро, реально очень быстро. Все, убивает у нас Магнуса. Вот чутье! Просто интуитивно уже переключился на мид, даже не смотрел на состояние здоровья. Первое место занимает у нас по фарму Свен. Потом идет Инвокер, потом идет Луна и Квапа. Постоянно экшен, смотрите, постоянно драки идут. Квапа все время убегает на лов хп. И сейчас убежит, да? Убежит, не убежит? Убежит. Спокойно прям. Так, все, минус Shadow Demon. Сплющили. Оскорбляет Na'Vi CS. Опять мина, это мимо Sunstrike. То есть здесь стояло 4 героя, и ни в одного не упал. Это талант. Спрашивает, будешь ли собирать подписчиков с компедиум на АП? Что такое АП? Вопрос нужно конкретнее написать. Кстати, интересно, если на International можно собрать свою команду. Может реально попробовать собрать команду? Ну для этого нужно время, то есть сейчас у меня этого времени нету, если брать отпуск до International.
и за неделю собрать команду и поиграть с ней. Не, ну прикольно. Ладно, посмотрим. Пробегаемся по итемам. Луна, Мидас, все то же самое. Бистмастер, все то же самое. Будет собирать себе Некрономикон. И опять умирает ШД. Сколько он уже там нафидел? Все, подох ШД. О, они дальше продолжают. Хорошо, попал с Санстрайком впервые за игру. Убирает, убивает Инвокера. Убирает. Убивает Бистмастера. И убили Свена. Изи-бризи. В смысле, будешь ли собирать подписчиков с компедиум на повышение компедиума? Я не совсем понимаю вопроса. Как сбор подписчиков мне поможет повысить компедиум? Так, давайте глянем статистику за ШД, сколько у него, 0.3, ну, нормально, в принципе. Это лучше, чем 0.8. Смотрим быстренько на итемы, Леон Транквилы. А, Инвокер тоже собрался и Мидас, скорее всего, будет собирать Ветра. Он, да, он через огонь идет, понятно, значит, через Ветра будет. Ветра, Метеорит и Бластер, изи-бризи. Потом Свен опять БКБ все собирает. Арканы у Вич-Доктора. Мы смотрим игру. Игру бомжей, потому что лучше ничего не было. Но у меня просто времени нет. Мне скоро спать идти. И я все равно решил записать. Он сыграет Na'Vi CS. То есть, типа, новое подразделение Na'Vi. Казахстан. Против SoF. Ну, SoF это вообще какая-то ноунейм команда. Как и Na'Vi CS. Ну, в любом случае, все команды чего-то начинают. Само собой. Они все начинают с очень простых... турниров, сланов. Видите, у него никнейм Иллидан. Я не знаю, зачем он такой ник сделал. Сомневаюсь, что это играет Иллидан. Ну зачем? Зачем такой плагиат? Я не понимаю. Иллидан. О, опять. Вот везде ШД. Во всех замесах ШД. Давай, подыхай. Минус 2. Минус ШД или он? Изи-бризи. В этой игре Свен, да, нагибает. Сколько сейчас времени? Сейчас скажу, сейчас 23.20. 23.20, то есть 24 часа надо спать, ложиться и вставать утром в 6 утра на работу. Все, купил у нас Ветра, убивает Венгу, о, успел, и убили Луну. То есть Луна убила Венгу, и в ответ убили Луну. Изи-бризи. Ну, по пику, конечно же, я считаю, что здесь точно SoF выиграют. Свен невероятно сильный герой. Невероятно сильно. Хотя Луна тоже сильная. Но Свену срать на Луну, у него есть БКБ. Так, сейчас, секундочку. Мне пишут чат, но мне надпись перекрывает этого сраной регенерации. Ладно, пока смотрим, что у нас происходит. Нападает на меч доктора и убивает его с ультимейта. А, да, да. Так, убили нас сейчас Леона. Написали про поднятие компедиума. Ну, там, по-моему, есть такой эвент тупо. То есть задание, чтобы ты играл с людьми, у которых тоже компедиум. Там, мне кажется, нельзя бесконечно повышать. Там просто один раз повышается и все. Даются очки тебе за это. Опять убили Луну. Это плохо, когда умирает мейн керри постоянно. Вот ее труп валяется. Кстати, вот оно бегает существо. Санстрайк мимо, но это стандарт. Порядки вещей. Так, сейчас, секундочку. Кто там бегает? У кого существо? Так, давайте угадаю. У Свена, что ли? Нет. А, он... Так, подождите. У кого существо? Или у Магнуса? Непонятно. А, у Свена. Скорее всего, он просто исчезал. Вот оно, существо бегает. Оно может бегать у определенных героев. Типа Акс и так далее. Свен, Джаггернаут. Выпадает, кстати, это говно, когда ты покупаешь компедиум 50 уровня. 50-го! Ладно, так, смотрим, что у нас по итемам. У Луны все тоже Мидас. Я постоянно убивает. Мне ничего не появляется вообще. Потом собрал Некрономикон Бистмастер.
У Леона ни хрена не появилось. Он, скорее всего, Dagger будет собирать. У Инвокера есть Мидас и Ветра. Для прокаста и он качается через огонь. Так, Shadow Demon ни хрена у него нету. Свен БКБ, молодец. Вот все, что нужно таким героям, да, это в первую очередь БКБ. Фаст БКБ. Убили в это время Вич-доктора. Ну и посрать на него. Мы уже посмотрим на Свена. Свен. Так, и что он хочет, что он собирает? По идее, он мог собрать мом. Тоже часто собирает на Свена мом. Ну, чтоб кинул стан и просто разрубил на куски. Ладно, дальше идем. Вич-доктора убили, он собирает себе гоним. Напомню вам, что у Вич-доктора вард наносит самый большой урон в игре. То есть, если он весь урон нанесет, то в сумме будет самый большой урон в истории человечества просто. У Клопы есть Орчид. ГГВП же ПЗП. Дальше у нас идет Венга. Так, купил форстав себе инвокер. У Венги есть медальон. Скорее всего, она будет собирать его в новый предмет. В крест будет собирать. Так. Ну и Магнус, блин, все по стандарту. Пишите вопросы в чате. Я смотрю на него теперь круглые сутки. Постоянно, даже не сворачивая. Просто постоянно смотрю. Вот бегает насекомое наше, животное. Как он называется, я вот не помню. Все, опять начался у нас замес. Так, сплющили Бистмастера, убили Леона. Кстати, Бистмастер, он должен был, по идее, ультануть в первую очередь на Свена через БКБ. Ну и убили Шадов Демона. Ну тут все ясно, конечно, все. И убили Венгу в это время, каким-то образом, я даже не заметил. Кстати, это будет довольно быстрая игра, я вам открою секрет. Вы надолго не задержитесь. Завтра я, короче, буду стримить каждый день, запомните. То есть, привыкайте сразу. Постараюсь сделать всякие разные оповещения. То есть, все, что можно. То есть, я подготавливаюсь. А потом сделаю, сам напишу плагин, да, для браузеров. Там, для Chrome, для Opera, для Firefox. Плагин с оповещением. То есть, у вас просто будет, типа, такая лампочка загораться. Опа, сигнализация будет такая. Виу, виу, виу. Начался стрим. Короче говоря, работы очень много. И об этом мало знают моих зрителей. Что я сейчас очень активно готовимся к International. К Компедиуму, к International. Очень много. Я говорю, самое главное, я жду, когда привезут микрофон за 10 тысяч. Это будет примерно через неделю. И тогда, знаете, во-первых, будет идеальное качество, просто идеальнее некуда. Не будет этих пердежей, пердеж микрофон, когда букву П говоришь. Ну, у меня сейчас самое говно микрофон, это просто наушники. Самый бомжовский, рублей 300 стоит. Конечно, это говно. Почему не репостишь записи? Я это, все записи, все видео репостится в группу ВК, понимаете? Нет смысла мне репостить и в группу, и у себя на странице. Если я буду делать так, то у меня, получается, будет двойное видео, двойная информация. Это будет фуд. И подписчикам не понравится такое. Все в группе ВК. Там, во-первых, все мои видео всегда абсолютно репостятся на автомате. То есть только я заливаю видео, оно сразу появляется в группе. Во-вторых, в группе, короче, у меня там выкладываются картинки. Ну, всякие разные, вот эти мемы, это бла-бла-бла, интересные. Ну, их надо сделать, чтобы их мало было. То есть, когда их много, это тоже говно, неинтересно. И третье, прогнозы. Каждый день там прогнозы для ставок, там, Dota 2 Lounge и так далее. Убивают нас инвокера, короче, и убили нас Бистмастера, инвокер выкупился. Ну, все, здесь уже все понятно, короче. Это очень быстрая игра. 22 минуты. Все, снесли нижний лайн. Ну, все-таки играет не супер профессионал. Убили у нас Квапу. С помощью ультимейта убил ее. Леон. Так. Все, убивает у нас Вич-доктора. Драка продолжается. Замес. Опа. Все, убили Венгу. Ну все, отбили, смотрите. А эти побежали, как псы оскорбленные. Про тактику Висп и Магнус. Ну, таких много тактик. То же самое, что Чен и Магнус и так далее. Это все старые тактики. Я даже, честно, я не помню, работает ли это сейчас. Это под вопросом.
То есть раньше это работало, но сейчас, может быть, это уже не работает. А могли давно уже пофиксить эту чушь, как и пуш ченом и так далее. Надо проверять. Что там пишут, а казахи позорят. Да я не сказал бы, что позорят. Позорят, когда у тебя там уже очень много фанатов, да на тебя наложена ответственность огромная. А сейчас просто играют начинающие команды, правильно? Они в любом случае будут проигрывать, в любом раскладе. Очень многие команды, которые начинают проигрывать, даже профессиональные команды. Вот М5, да, Вега. Вот, ну, перешел Вегу соло, да, там еще и маг перешел. Ну, что толку? Да никакого толку, они опять все проигрывают. Пошли на Рошана. Вот именно для этого и собирается, видите, медальон, чтобы отнимать броню у Рошана. И начинается у нас замес. Опять Санстрайк в никуда. Убивает у нас инвокера, убивает, ну, короче, минус 4. Минус 5. Ну что я вам говорил про Свена Кэрри? Минус 3. Свен сделал трипл килл. Изи бризи. Даже без мома, кстати, что удивительно. Обычно ему мом собирают. Ну, Свен очень сильный герой. Невероятно сильный. Самое главное в БКБ. То есть БКБ это все машина смерти. Курьер прикольный, кстати. Так вот. Вот, я сделаю обязательно обзор нового микрофона. Потом еще раз говорю, что подготавливаемся к International. Еще раз говорю, да. Смотрите все мой стрим каждый день. Каждый день. Запомните. Подписывайтесь на канал Твича. Твич канал, правильно сказать. Каждый день будем стримить. Я постараюсь разные уровни стримить, то есть если будет возможность, то буду про игры стримить. Сейчас возможности такой не было, поэтому мы вот стримим бомжей, начинающие команды. Но вдруг они когда-нибудь поднимутся, и я буду одним из первых. Кстати, вот эти команды, их не стримят русские стримеры. Только там китайцы. А нет, не китайцы, там другие, там... Я даже не помню, кто стримит. Ну, по-моему, их вообще никто не стримит. Никто. Тем более это бесплатный турнир. Давайте быстренько пробежимся сейчас по статистике. Глянем графики. По опыту больше 5000 на стороне сов. Ну это понятно. И больше 10000 на стороне сов, опять же. Когда вот больше 10000 в голде. Это очень весомый аргумент. И практически, ну, процентов 70, что эта команда выиграет. Потом дальше смотрим по общей ценности. Первое место занимает, естественно, Свен. Это печально для команды Na'Vi CS, потому что Свен это мейн кэрри. А когда мейн кэрри занимает первое место, это ГГВП, ЖПЗП. Ну, Свена сейчас убьют, но все равно. Он специально сейчас отдается. Видите, он не ультует. Он не ультует, потому что у него мало здоровья. А сейчас он будет ультовать. На фул ХП, у него сейчас БКБ, все, смотрите. Машина смерти. Ну-ка, стан. Опа. Раз, два. Два удара. Два удара, три прихлопа. Больше нету этого хлопа. Нет, неправильно. Клопа, она... Ладно, короче. Это была импровизация, она не... Это была безуспешна. Убили у нас, короче, Вич-доктора, Венгу, убили Магнуса, убили Свена, убили Шадоу-демона, Бистмастера. Изи, говорит, изи. И убили Луну. Вот такое ведь никогда не пишут. Никогда не пишут на про-сцене. Все, начали, короче, сраться. ДСП пишет, прикиньте. Лёль. Твой папа ДЦП. Ну, вы поняли, короче. Я не знаю, зачем я это стримлю, но ладно. Нет, я знаю, зачем. Я стримлю, чтобы набираться опыта. Чтобы говорить, говорить, говорить на интернешнле. Там очень много будет игр. Очень много. Так, отвечаю на ваши вопросы. С вебкой, я уже сказал уже про вебку. На интернешле все будет спокойно, будем играть с вебкой. Скажу больше, что я сейчас не могу купить вебку, потому что я уже трачу деньги на все остальное, там на микрофон и так далее. Когда уже будет интернешнл, я куплю вебку, и уже всегда будут все мои видео с вебкой, то есть все видео, секреты Доты и так далее. То есть я просто поставлю где-нибудь там в углу ее.
Что там, убили на Shadow Демона, убили Инвокера и Квапу. Убивает Магнуса, но Магнус жив и здоров у нас. Хотя смотрите, видите, сопротивляется. Твой папа ДСП, лёль! Про 6 доминаторов и Чен. И про Чена я уже говорил. О, видите, что рисуют на карте? Вы видите это? Я выложу это видео, и эти команды увидят миллионы людей. И будут знать, кто они такие. Что они пишут в чате ДЦП и рисуют письки на карте. Пускай все об этом знают и гнобят их. У меня есть CSGO на аккаунте на этом, на ArxPlay. Чё описывать лицо? Все увидите. Чё смысл описывать? Лицо мачо. Запомните. Сексуальный мачо. Все, я все описал. Так сделал, короче говоря, Леон Стан. Его свапнули и обоссали. Да выпендривался. Вот, вот такие вот герои сливают игру. Вот. В чем смысл этого мува был? Ну, пришел он, сделал стан, прыгнул с даггера, его свапнули, унизили, оскорбили его маму, папу. Изи-бризи. Так, ну какие еще новости? Во-первых, нужно будет поставить кучу плагинов еще. То есть сейчас у меня только стоит чат. Надо будет поставить, короче, плагин с уведомлениями. Типа, подписался на канал тот-то и так далее. С музыкой тоже. Сделал метеорит. У Магнуса нету маны, прикиньте. Это такой провал. Нету маны на РП. Все, наконец-то Магнус отпивается. У Магнуса все равно нету маны. Ну вообще, это просто провалишь. Как можно играть за Магнуса и не иметь... У него не хватает там высоко там. Немножко не хватало. Все, смотрите, как нас разбирают. Убили Shadow Демона, убили Бестмастера. Он вообще ультовал Бестмастера? Да, ультовал. Первый раз вижу, чтобы он ультовал за игру. И побежали. Убили сейчас Магнуса, Венгу и Свена. Давай катку доты. Нет, катку доты я не буду, сейчас буду спать. Мне нужен сон. Сопротивляются. Казалось бы, что в принципе можно было уже закончить игру. Но нет, но нет. Хотя, мы же знаем с вами, что это не профессиональные команды. То есть здесь есть шанс вообще, что можно слить игру в говно. Тут они могут все свои преимущества, а мы все можем глянуть. Ну да, было 12 тысяч, теперь уже 10 тысяч. Потихонечку падает преимущество сов. Вот опять. Было сколько там, 6 тысяч, а падает до 5 тысяч. Даже больше было. То есть сов начинает терять преимущество, начинает фидить. Хотя мне кажется, что надо было просто им в крысу пойти и снести казармы, снести вышку и так далее. Ну, как хотят. Ладно, быстренько пробегаемся по предметам. У Луны у нас есть мом. Да, мом, интересно. Хотя, в принципе, тоже есть такая мода, собирать на нее мом. То есть, эта мода только появляется. Видите, многие не понимают, что мом собирают не только для того, чтобы врубать его в замесе и получать больше физурона. Нет. Мом собирают на кэрри часто, чтобы фармить в лесу, понимаете? И освобождать лайн. Например, сначала... Майн кэрри стоит на лайне, да, вместе с саппортами. Собрал мом, пошел в лес и спокойно фармит в лесу. В это время саппорты фармят на лайне, получают уровень. Быстрее 6 уровень получают. Вот, умирает у нас Клопа. Например, 6 уровень очень важен таким героям, как аппарат. Это очень важно. Чем быстрее он получит, тем это лучше будет всем. Ладно, пробегаемся по итам. Сейчас пробегусь, прочитаю чат. Будет собирать... А, вот у нее есть мом. Есть Яша. Потом БКБ. Скорее всего, будет собирать себе Баттерфляй. Баттерфляй. И есть Мидас у нее. А, Бестмастер. Стандарт. Абсолютно стандарт. Но. Некрономикон. Ну, ему больше ничего не надо для пуша. У Леона Даггер. Тоже стандартно. Собирает себе Аганим. Молодец. А, Инвокер. У него Мидас. Ветра. И Форстав. Аганим. Аганим. Зачем ему аганим? Мне кажется, Инвокер здесь вообще ничего не делает в этой игре. Хотя... Нет, что-то он делает, в принципе. Он
кидал санстрайков, ну, например, грубо говоря, кинул он 7 санстрайков, из них попал только одним. Ну, это ладно. Он, в принципе, кидает еще и торнадо, выжигает ману, то есть, ну, нормально, ладно, пускай. Не мне его судить. Мама, я always. Вот какая интересная статуя. Статуя СФЭ, пудж. Лёль. Сейчас быстренько глянем статуи, давайте. Эмбер Спирит у нас. Без надписи. Ладно, пробегаемся дальше. Так, у Свена у нас есть БКБ. Потом у него Дайдалас и Тараска. Но Мому он так и не купил. А, Вич Доктор у него. Аганим. Ой, какая у него сейчас сильная ульта. Господи Иисусе. Не знаю, зачем он собрал БКБ. Ой, Shadow Blade. Сложный вопрос, честно. Вообще, ему можно было собрать как Shadow Blade, так и БКБ. Вопрос в том, что лучше подойдет ему. Но он ультанет. Потом заюзает Shadow Blade. Будет стоять в ульте, да, и в инвизе одновременно. Ну ладно. Но проблема в том, что куча героев смогут сбить ему этот инвиз. Тот же самый инвокер. Он сделает бластер, все, сделает ветра. И Вич Доктор в итоге просрет ульту. А если он соберет БКБ, он стопроцентно до конца сделает свой ультимейт. Смотрите, все. ВД без маны. А, теперь понятно, почему у Магнуса тогда не было маны. Все, я понял. Ему сжигает ману инвокер. Короче. Так, все, убили у нас Квапу. А, убили. Смотрите, убивают. Неплохо, молодцы. Убили Вич Доктора, который даже не ультанул. Опять же, смотрите. А если был бы у него БКБ, я думал, он бы выжил здесь. Что-то они... Все, они развалились. О, а, убили Свена, но у него есть Аегис. Что-то вообще слилась команда. Вроде тащили. Свен никого не убивает. Вот. Первого убил он без мастера. А, как я вам говорил, смотрите. Лучше им тупо не драться. Им лучше сломать весь лайн. Ну, ударь ты раз, да он. А, смотрите, лёль. Ладно, пойдет. Все, убивают на Свена. Убили Венгу. Венгу, Венгу. Как правильно говорится, Венгу или Венгу? Напишите в чат. И убили у нас Магнуса. Как ударение ставить? Венгу или Венгу? Это важно, чтобы я потом не ошибался на International. В итоге, Team Vibe. Это очень плохо. Очень плохо. И они не потеряли лайн. С казарма магов осталось. Так, у нас отключилась луна. А пауза будет? Нет? Также здесь пуш у нас кто-то. Так, сейчас, секундочку, вот она, пауза пошла. Нет, ты не просто Венгу напиши, а куда ударение ставить? На какую букву? На Е или на У? Венгу или Венгу? Во! Ударение на В? Или на Е? Какое В? Лёль! Лёль! Так что написали, да? А, вопрос написали, знак вопроса. Твич, Твич. Кстати, да, я пробовал стримить на YouTube. Нет, больше мы не будем там стримить. Очень много минусов. Очень много минусов стрима на YouTube. Во, спасибо. Я это как раз запишу сейчас. Потому что это очень важно. Ударение. Венгу. Венгу. Венга. Венга. Нет, компедиум я не буду покупать за 50 уровня. В принципе, у меня смысла нету. Мне новое существо не нужно, тем более я играю сейчас очень редко из-за работы, то есть одну-две игры, ну чаще всего. Сегодня я не играл ни одной игры, например, ни одной не играл. Вот только я сейчас запустил стрим, запишу. Кстати, там кто-то в чате писал, типа, почему так рано ложишься спать? Я не рано ложусь, у меня сейчас время 23:42, то есть у меня сейчас ночь. Не забывайте, что у меня часовой пояс другой. На Ютубе можно стримить, да, там есть тоже стрим, но там он такое говно. Во-первых, там очень много настроек, вот этот вот геморрой. Во-вторых, тяжело все это дается. То есть на Twitch гораздо легче. То есть запустил программу, например, OBS, нажал стрим, все, профит, все стримится.
На Ютубе надо все настраивать, создавать каждый раз эту прямую трансляцию, копировать ключ. Очень много минусов, короче, у Ютуба, очень много. У кого-то тормозит, кому-то неудобно. Самое главное, что на Твиче очень много плагинов. Вот что удобно. Венга. Венга, венга, венга. С подписчиками мы будем играть, я обещаю. Обещаю вам выходные. Выходные. Еще раз повторяю. Все смотрите мой стрим каждый день. Примерно в это время, но чуть пораньше. То есть, от этого времени, кто сейчас в чате сидит, отнимите часа 4. И каждый день я буду стримить, чтобы набираться опыта. Не веришь, что Пинвокер. Так, что там что-то пишут, да? Reconnect. Надеется выиграть. Топ Инвокер ЕУ. ЕУ. Троллируют друг друга. Ладно, короче, смотрим. Луна. Что я хотел глянуть, подождите. А, итемы. Еще раз быстренько пробежать. Ну да, начинаю сливать сов. Это ошибка многих команд. Просто бывает затягиваешь игру и все, слился. Ладно, поехали, короче. Луна, да, у нее опять же то же самое абсолютно. Мы ее пропускаем, то же самое. То же самое. Инвокер рефреш собрал. Правильно. Вот мне написали в чате. Не, реально удобно. Вот я сейчас смотрю саму игру и слева чат. Очень удобно. Ну, главное, чтобы не отвлекало. Иногда это отвлекает, конечно. Нормально. Не знаю, вот реально, я не понимаю немного. Ну, собрал он аганим инвокер, рефрешер. Какая у него сейчас статистика-то у него? А, смотрите, он кого-то еще и убивает, оказывается. При том, что он попадает с санстрайком 1 из 7 раз. Ну, в любом случае, я его не сужу. Нормальный игрок. Молодец, в любом случае, хорошие предметы у него. Если он затащит, я буду за него рад. Из этих команд, конечно, я бы больше болел за Нави КС. Само собой. Хотя, я вообще впервые их вижу. Ладно. Смотрим дальше, короче, ладно. Так, ну, Свена у нас все вообще печально. До этого Свен там с пару ударов сделал минус 3, теперь он не делает минус 3, он вообще ничего не делает. То есть теперь Свен максимум там убивает одного человека и все. Да, слился Свен, к сожалению. Вич-доктор не ультует. Не ультует вообще. То есть еще раз говорю, вот мой вам совет. Я в Доту играю уже 8-й год. Само собой, на Вич-доктора я собирал множество предметов. И Shadow Blade, и БКБ. И честно, сейчас, теперь я бы не стал ему собирать Шаденнера никогда. Ну, нет практически смысла ультовать и уходить в инвиз. Тем более в этой игре все сбивают тебе инвиз практически. Леон с Таном, Инвокер прокастом. Лучше бы он собрал БКБ, и его бы не убивали. И он бы всегда бы до конца делал свой ультимейт. Всегда. Короче, продавай это говно, покупай БКБ. Как продать? Это говно, продать. Ладно, дальше идем. Квапа у нее гоним, отличная вещь. Уменьшает КД и урон увеличивает. У нее есть орчит и будет собирать себе БКБ. Венга. Венга, да, Венга. Венга, Венга, Венга. Надо запомнить это слово. Венга, Венга. У нее транквилы, потом форстав. Раньше, короче, я на старом канале постоянно говорил палка-толкалка. Многие запоминали, тоже повторяли. Палка-толкалка, лёль. Так, потом у нее медальон. Не стала она апать его в новый предмет, в крест. Возможно, это ее ошибка. Я бы лучше апнул. Например, она бы смогла кидать промахи на вражеского героя. Кто там бьет с руки у нас? Ну, Инвокер бьет с руки. Луна тоже бьет. Забавно будет промахи на нее кинуть. Ладно. Смотрим дальше. А, вернулась у нас Луна. И у Магнуса БФ. Просто БФ. Все, давайте сейчас быстренько уже закончит игру, я думаю. Осталось, наверное, минут сколько? 5-10. Досмотрите до конца. И все. И уже завтра будем смотреть другие игры. Послезавтра каждый день. Ну, если я смогу. О, стандартный прокаст. И не убил, прикиньте.
Так мне кажется, он даже метеоритом почти не попал. Ну это печаль, конечно, когда пикают инвокера, да, прокачивают до 24 уровня. Делают весь прокаст и вообще не убивают. Я что-то не заметил, но по-моему метеорита он не попал. Короче говоря, это печаль, это просто печаль-беда. Она молодец, что купила БКБ. Напомню вам, что когда вас поднимают ветра... Видите, я стараюсь вам полезную информацию говорить. Когда поднимают ветра, вы уже во время ветров можете включить БКБ. То есть, когда вы приземлитесь на землю, у вас уже будет работать БКБ. Это хорошо против СФ, например, когда СФ поднимает ветра, ультует. А против инвокера, против Лины, которая под ветра стан кидает. И так далее. Котя любимый герой. Да, я говорю, за все года, которые я играю, постоянно были любимые герои, постоянно менялись. Сейчас уже нету любимых. Я бы сказал бы так, у меня любимый герой каждую неделю. То есть, вспомнишь какого-нибудь героя, захочешь собрать какую-нибудь необычную сборку за него, и играешь игр 5-7. Нету любимого героя, короче. Все героями играю. Все герои хороши по-своему. Ну и по общей ценности, давайте глянем, сколько здесь крипов. Нет, сначала мы смотрим смог. Смоук. Вот. Мне тоже научили правильно говорить. Смоук. Через букву У. Все, заюзали смоук. И сейчас будет замес. Ну давайте, пацаны, просто идите тупо мид. Вот. А, у них крипов нету. И что они хотят делать без крипов? Ты на гамази играешь. Я не знаю, что такое гамази, гамази. Гамази, нет, не играю. Ну что ж, пытаются они сейчас загангать. Пх, убили Леона, сплющили его. Все? Ну, я думаю, что Леон не самая важная цель была, конечно. Все, подошли крипы. Крипы зашли на хэкграунд. Поэтому уже можно идти и сносить казарму. Подлагивать, не знаю. Кто-то пишет, что подлагивает, кто-то пишет, что нет. Сейчас секундочку я гляну. Секундочку. А, да, возможно, подлагивает. Возможно. Но я вам обещаю, что уже завтра я поработаю над этим и не буду вас лагать. Я вам просто обещаю. Обещаю. Возвращаемся в игру. Убивает у нас Магнуса, Леона. Магнус ультанул, Магнус не ультанул. Самая большая проблема, когда ты берешь инициатора и не ультуешь. Охренеть, смотрите, ну все. Вы видите, сов развалились. Изи-бризи. Короче, убили у нас Свена, убили Венгу. Еще один плюс ветров. Трипл килл сделала Луна. Что может быть лучше, отдать трипл килл мейн керри? У нее 5000 голды, кстати, я хотел до этого сказать, что у нее очень много денег. У нее было, по-моему, 4000 с чем-то она еще истратила. Собрала баттерфляй, я уже говорил про него, что она будет его собирать. Ну все? Все? Теперь уже Na'Vi CS выигрывает КЗ. Na'Vi CS. Когда говорю Na'Vi CS, как будто я говорю Counter-Strike CS. Na'Vi CS. Na'Vi CS. И что это было? Фига она убийца. У нее БКБ есть, ты в курсе? Ну ладно. Пожалела БКБ. Ты могла раньше использовать БКБ, но она потом использовала. Потому что на нее кинули яд. Ну давайте, Na'Vi это. Вот сейчас Na'Vi КЗ, да? Ну ладно, просто Na'Vi, не буду говорить КЗ. Выпал шанс. То есть просто тупо идите снесите сраные казармы. Их ошибка, что они ни хрена не делают. Сноси вот это говно, сноси. Вот оно, говно. Досрать на Магнуса. У Магнуса, кстати, РП есть. Вы видели РП, да? Вот, у инвокера новая способность после патча, когда он прокачивает на максимум 3 сферы, у него бластер по кругу идет. Смотрите. Ну ладно, допустим, они не забрали сразу казармы, ну ладно. Ну, да вы что гоните? Все, ладно, забрали казармы в итоге. Все равно ошибка, что не били казармы. Кто-то отключился от игры. Венга отключилась от игры. Венга. Я быстро выучу эти слова. Венга. Ударение. Самая главная моя проблема в английском языке это ударение. Ну,
Все, она вернулась в игру. Смотрите, уже все нет одной стороны. Вот если выиграют Na'Vi, да, я считаю, что это абсолютно заслуженно. То есть, а когда они не опустили руки, да, играли до конца, хотя там у них был огромный шанс проиграть. И Сов проиграют заслуженно. То, что они допустили огромную ошибку, не снесли базу. Летит плюха. Убили у нас в это время Бистмастера. Ну, вы сами все видели. Я вам все показываю идеально просто. Ну, сплюшили квапу. Вот она валяется тухлая. Леон ультанул в нее. Просто идут, разрывают пуканы. Пишите в чат вопросы, я отвечаю. У нас здесь даже дело не в игре, а больше так. Я делюсь информацией с вами о том, что будет дальше. Ну, то, что Леон ультует, а с Аганимом это нормально. У него очень маленький КД. Все, ждут они Рошана. Рошана. Роху ждут. Я всегда говорил своим зрителям, советую вам. Так, сейчас, смотрите, замес. Ладно, РП прошел хорошо, убили инвокера, молодцы. Советую вам всегда смотреть про игры, всегда, потому что именно там вы увидите новые связки, там, ну, чему-то научитесь. Я всегда учился на про игры, всегда учился. То есть видео типа, вот, опа, этот герой собирает это. Молодец, а почему он собирает? И потом в лобби экспериментировал и понимал почему. Я стримлю все матчи. Но сейчас просто не было нормальных матчей, просто не было. А так, да, я до этого стримил, когда позавчера, по-моему, или вчера, нет, позавчера я стримил PR, Power Ranger, да, против M5, Moscow 55. Я даже уже название выучил, реально выучил наизусть. Потом там PR против кого-то еще стримил. Короче говоря, я все матчи стримлю, мне все равно, топовая команда, не топовая. Убивает Рошана, отдают Аеги Сувену. Это, вот это еще один их шанс. Вот им сейчас дан был шанс, они убили Рошана. И получил Свен Аегис. Шанс победить. Ла-ла-ла. Так. Вопросы, пишите в чат вопросы, 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 вопросы. Опять повторяю, что я буду заливать на YouTube все эти стримы мои. Потому что я считаю, что чем больше видео на канале, тем лучше. И тем более, я ничего не получаю из этих видео вообще. Ни в одном видео нет рекламы. Ни в одном. У меня на канале 450 видео, и ни в одном я не продавал рекламу. Поэтому, чисто эти все видео для вас. Ну, я знаю, что не все зрители любят смотреть, когда я стримлю про игры. Ну, это их ошибка, я считаю. Но, кто любит, пускай смотрят. Например, за едой. Я, например, всегда обожаю смотреть какие-нибудь видео за едой. Вот правильно пишут, типа, опыта набираешь. Естественно, понимаешь? Вот именно для этого я сейчас и стримлю. Набираться опыта, говорить. Говорить героев, говорить о названии предметов, привыкать. Вообще говорить. Что у меня такая проблема с горлом, мне тяжело долго говорить. Сейчас, например, горло уже начинает болеть. Казахстану хорошо. Люблю Казахстан. Хорошая страна. Хорошо Казахстану, к Беларуси, ко всем хорошо отношусь. Дагестану, чеченцам, ко всем хорошо. Я вообще не националист, я скажу так. Я считаю, что проблема у людей не в национальности, а в их поведении. О, видали, с одного удара всех крипов. Красавчик. Ну что ж, последний замес, наверное, на сегодня. Очень важный замес, так, делает стан и убивает. Он сплющил Бистмастера, говно вдавил. Метеорит, ну, говно метеорит. Прошелся по дауну Вич-доктору, который заюзал ШД. Как я и говорил, бесполезный ШД абсолютно. Убили у нас Венгу. Потом убивает у нас Свена, у него есть Аегис. Убили Квапу. Ой, какая драка раков. Так, убили у нас Магнуса. Убивает еще раз Свена, и остается один Вич-доктор. Он пытается сломать казарму, но его сейчас плющат в говно. И это Тим Вайп.
Team Vibe! Я говорю, это был последний шанс. Уже опять, вот сейчас косяк Нави к это, КЗ Нави. То, что они ничего не делают. Они должны были сейчас сразу же сделать ТП и идти ломать базу. Быстрее давайте. Они ничего не сделают, они даже до базы не дойдут. Так что шансы победить на нуле. Съездить на International, ну я бы съездил, но в этом году точно не получится. Но может быть, если будет все хорошо, если канал будет развиваться, я, может, вообще всю жизнь посвящу доте. Ну, стримингу. Мне это нравится, почему бы нет. Хотя опыта очень мало, то есть я третий раз в жизни стримлю, но все равно мне это нравится. Собираешься ли ты донатить на 225 уровень? А там разве 225? Так, пока я смотрел, у нас опять убили Магнуса и убили Shadow Демона. В комментаторах. Ну, чтобы мне видеть в комментаторах, мне сначала нужен опыт для этого. Потому что сначала вот мы это и будем делать. Еще раз говорю, что стримить я буду каждый день в это время. Ну, отнимите 4-5 часов назад. Я всегда буду писать об этом ВКонтакте, во-первых. Во-вторых, я сделал сегодня оповещение на Ютубе. То есть, когда люди смотрят мои видео на Ютубе, там будет говориться, что в этот момент он стримит. Потом, вы можете подписаться на меня на самом Твиче. То есть, вам будут приходить уведомления. Потом, я сделаю отдельный плагин для браузеров. Это вообще будет шикарно. Сделаю так, чтобы он работал там очень быстро. И вам, чтобы он понравился вам. Красивая такая лампочка будет. То есть, чик, лампочка загорелась. Опа, он стримит. И так далее. С утра пиши. Что писать с утра? Во-первых, у меня часовой пояс плюс 7 часов с Москвой. Во-вторых, с утра я работаю по своему времени. Затягиваю эту игру, я не знаю, хреной страдают. Херней страдают, хреной. Я уже спать хочу, короче. Давайте, хватит титьки мять. Сносите уже базу. Как я и говорю, что они ничего не сделают. Вот сейчас Нави убили, полностью сделали Team Vibe. И в итоге они ничего не снесли вообще. То есть Team Vibe в ноль прошел. Можно глянуть быстренько статистику. Смотрите, все по нулям пошло. О, матери Божьей, Господи Иисусе. Я перекрестился 3 раза в секунду. Все пошло по нулям. По нулям вы видите, да? Хотя преимущество у СОВ было там больше 10 тысяч, и уже преимущество Нави КС. Ну, СОВ просто слили себе игру. Так, Леон сделал стан, нифига себе. Кинули хекс на Свена. Зачем Свен собрал БКБ? Да хрен просышь вообще, он так и не заюзал БКБ. Давай юзай БКБ уже. Вот. Убили в это время Магнуса. Так, Свен, стыдно Свена. Убили Венгу. Вы видите Свена? Ни одного удара. Изи-бризи. Изи-бризи. Ну что ж, Нави КЗ молодцы. Кто там говорил, что Казахстан подвел? Нет, не подвел. Сыграли великолепно. Полностью отыгрались. У них снесли 2 лайна. И при этом они победили. Преимущество было 12 тысяч в пользу СОВ. Сейчас преимущество в пользу Нави. Молодцы. Я думаю, СОВ есть над чем подумать. Слили сами себе игру. Так, да, сейчас мы ждем, когда игра закончится. Глянем быстренько статистику. Ну что ж, изи-бризи. Иллидан победил, но это не настоящий Иллидан. О, начинает троллить. Из Магнус. Не верит в опенлокера. Ну вот мы видим, Луна 21.6. 21.6, вы прикиньте, охренеть. У Бисмастера 3.14, но он фидил всю игру на лайне, в харде. 8.8 это Леон. Инвокер 13.6. То есть даже это Луна сделала больше, чем Инвокер с рефрешером. ШД 2.11. Потом Свен 14.7. И меня выкинуло. Ну за что? Ну за что? Ладно, все. Всем спасибо за просмотр. Завтра будем стримить.
Возьмите это время и отнимите там часа 4 назад, часов 5. Будем стримить каждый день, и потом я буду стримить International. Ладно, все, не скучайте. Эта игра будет потом на Ютубе завтра. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.